утро! А, ну, сегодня 8 утра началось. А вот сейчас уже 9:20, я жарю блинчики на завтрак. Блинчики жарятся, тесто. И вот еще блинчики, я его сделала из вот этого молока. Помните, когда-то мы купили плохое молоко, уже начало оно прокисать. Вот оно стояло в холодильнике, то есть сильнее оно не прокисло. И все равно было еще молоко. Но блинчики с него можно пожарить. С одного пакета я сделала оладьи, которые мы оставили в комнате, оно прокисло. А с вот этого пакета будем делать, вот уже делаем блинчики на завтрак. Все, на завтрак я все приготовила. Сливочное масло, кто захочет. Соус разморозила опять малиновый. Блинчиков тут наварганила. Стопочка такая. Ну, честно, жарила их даже долго. Получается, минут 25. И все, и чаек. А я теперь позавтракали. Все пробую теперь делать меренгу. На швейцарской меренге, простите за каламбур, нужно нагреть белки. У меня здесь два белка, я их взвесила, 78 грамм. Столько же добавила сюда сахара. И сейчас все нагреваю вот до от 40 до 50 градусов. Сейчас я буду замерять, сколько тут градусов. Градусник. Только 30. В общем, от 40 до 50, и потом взбивать все это миксером, а потом еще сюда добавить столько же, то есть 78 грамм сахарной пудры. Буду пробовать, потом покажу результат. Наделала я здесь берзешек. Могу сказать, что да, на этой меренге, на швейцарской, работать приятней. Я не знаю, похоже ли это на колоски пшеницы. В общем, заказали 3 меренги на палочке и остальные. В общем, я обычно делаю на 2 белка. Вот. Сейчас буду сушить при 70 градусах. Конвекция вверх-вниз, не знаю сколько. Ну, часа 2 как минимум. Я, как многодетная мать, не могла из одной утки приготовить одно блюдо. Поэтому хребетик у меня здесь варится. Первый бульон я вылью, второй буду готовить супчик какой-нибудь. А здесь у меня крылышки и грудка и ножки. Я буду из них делать сейчас рагу. Здесь обжарю это все, добавлю овощи, вот баклажаны. Сейчас подумаю, если там есть кабачки, лук, морковка, перец, помидоры и рис. В общем, такое вот овощное рагу с рисом. Я обжариваю уже уточку. Нашла, значит, на огороде кабачок. Один только молодой, и два цукини. Ну, там есть еще цукини. Ну, я думаю, что мне вот этого достаточно. Афоня решила отжаться. Отожимайся. Раз. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Шесть раз? Да. Молодец. Шесть раз. Так, а у нас тут уже жарится, варится второй бульон. Сегодня ты блогер? А, сегодня ты снимаешь? Да. А здесь у нас рагу готовится. Подожди, котик, сейчас. Это тут высоко и горячо. Капусту добавила, морковку, лук, рис, мяско, немного томатика, баклажанчики и вот перчик, правда, забыла. Сейчас, наверное, добавлю из морозилки немного болгарского перца. И еще водички. Сейчас дам тебе. Иду сейчас гляну, что там Афанасий мне косит траву. Я отвезла Гришку на карате, у меня сегодня пряничное настроение. У нас сегодня так 37, и как-то тучки бегают опять на вечер. Аня тут с дедушкой косили. А ну-ка, одевай свою шляпу. Да? Покажись. Мой работник. А, да, надо уходить уже? А ты не мешаешь? Может, ты пойдешь со мной? Тебе нравится тут, сынуль? Завелась.
делать? Так, идем за Гришей. Ваня взял с собой, знаете, кого? Покажи, кого ты взял. Дедушка Мороза. Борода. Вот оно, мое пряничное настроение на сегодня. Заказали все пряники в заливке. Ну, то есть не напечатанные. После маминого мастер-класса детский мастер-класс. У вас получается? Еще пряник? Сейчас дам. Вон тоже маме пряник. Вот такой вот мама. У Афони тут какая-то мышка с хвостиком. Это какашка. А, это какашка. А вон тоже еще сердечки. Гриш, покажи, что у тебя. Сокращенно будущий канал. Да? Нонсенс. А это я тебе еще.